Все, пакет нашелся, никакой проблемы нету. И я иду от магазина с гаджетами, ремонтной мастерской. Мне нравится эта мастерская больше, чем та, которая у светофора. Еще раз скажу, что это клиника. Клиника «Доктор Зуб». С 11.30 до 14 перерыв. На самом деле он... А вот видите, с 11.30 работает до 18.30. Но на чистку зубов лучше приходить с 8.30 до 10.30. И с 13.30 и 14 до 16. Потому что в конце рабочего дня руки могут быть заняты. Да, просто люди могут быть заняты. Через рынок Соммой проходите до улицы Гозьяты, по которой все едут вправо. Переходите эту улицу, 30 метров прямо, 30 метров направо. Придете в Бабо пиццу. Креветки там по 300, гребешки по 180. Вот это дома строится. Построен отель Винтерл, а рядом строится хат-билдинг. Это комплекс квартир. Вот, будет, видимо, красивый. Поликлиника. Здесь продаются музыкальные инструменты. Магазин музыкальных инструментов, а рядом тоже маникюр, но мне не понравился сервис. В принципе, они все нормально, маникюр очень хорошо сделали, но сервис такой. Тебя педикюр, когда делаешь, укладывают на кушетку и все пытаются тебе сделать шеллак. Он дороже, поэтому, наверное, выгоднее. Пришлось очень настойчиво объяснять, что это не нужно. А так все нормально. Там очень бодрый такой парикмахер. Модный. А, вот еще. Ну, детская одежда, но больше в таком вьетнамском стиле. Такие платья принцессы. Вот. Вьетнамских размеров. Вьетнамской моды босоножки. Размеры очень маленькие. 39-й уже считается гигантский размер. Вот, поэтому я на этот магазин. У кого маленький размер, обратите внимание. 12-й дом, 4-й линии, недалеко от Бэйбели. У кого 38+, в принципе, сюда можно даже не ходить. Нави шоп. Рубашки, платья. Так, не знаю. Мы с вами пойдем направо. У меня этот переулок обозначен как переулок аутентичной уличной еды. Но так оно и есть. Машины здесь не проезжают. Здесь можно пройти пешком или проехать на мотобайке. Этот переулок на самом деле очень нравится, потому что здесь жизнь такая, какая она есть. Абсолютно не туристический переулочек. Хотя вот видите, массаж уже открыли. Все обживается. Сетял. Томский спа. Ну понятно, я вижу, китайская цена 480 долларов за 60 минут. Точно так же. Вот. Вот сколько стоит массаж. 480 донгов 60 минут. Поэтому, да, меня спрашивали про свадебные платья. Пожалуйста, еще один магазин свадебных платьев. И тут же рядом супчики, овощи и фрукты. Уличная еда. Купальники вьетнамских размеров. Одежда вьетнамских размеров. Суп в этом переулке шикарный. Не знаю насчет купальников. Я полагаю, что они до 40-42 размера. А мы практически вышли на третью линию к Винком Плаза. Вот видите. Да, здесь можно кушать совершенно безопасно, как бы это ни выглядело. Вот так выглядит нормальная вьетнамская еда. Пусть вас не пугают. Здесь годами люди на одном и том же месте. И суп фо шикарный, я ела в таком переулке. Вот. Рядом
Магазин Хеон у меня отмечен, но открылся еще August Closet. Модная, очень модная одежда. Одно видео у меня есть, второе сейчас снимать не буду. Вот. Тут, входя, нужно снимать обувь, всякие модные тапки и так далее, и так далее. Вот, одно видео есть очень подробное. Можете его посмотреть. Вот, и магазин Амарт. В принципе, на этом я, наверное, остановлюсь. Вот видите, Винком Плаза. Вот как ориентир. Мы на третьей линии. Т-образный перекресток, Лотос направо.